Николай Некрасов. Отрывок из поэмы «Крестьянские дети». Однажды, в студенную зимнюю пору, я из лесу вышел. Был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворост увоз. И шествовала важно, в спокойствии чином. Лошадку ведет под усы мужичок в больших сапогах, в полушубке овчином, в больших рукавицах, а сам с ноготок. Здорово, парнище, ступай себе мимо. Уж больно ты грозен, как я погляжу. Откуда дровишки? Из лесу вестимо. Отец, слышь, рубит, а я отвощу. В лесу расставался топор дровосека. А что у отца-то? Большая семья? Семья-то большая. Да два человека всего мужиков-то. Отец мой, да я. Вот оно что. А как звать тебя? Власом. А какой тебе годик? 6-й миновал. Ну, мертвая! Крикнул малюточка басом, рванул под усы и быстрее сошагал. На эту картину так солнце светило, ребенок был так уморительно мал, как будто все это картонное было, как будто я в детский театр попал. Но мальчик был мальчик, живой, настоящий, и дровни, и хворост, и пегенький конь. Все-все настоящее русское было.